В Нерюнгри состоялось выездное заседание коллегии Минздрава Республики. Обсудили вопросы качества и доступности медицинских услуг населению Алданского, Ленского, Мирнинского и Нерюнгринского районов. Речь также шла о перспективах развития здравоохранения и обеспечении жильем специалистов этой отрасли. Подробнее Галина Якимчак. Рабочий визит выездной коллегии здравоохранения начался с приятного события – открытия холла Нерюнгринской больницы после ремонта. Как отметил Михаил Охлопков, ремонт был осуществлен полностью за счет Нерюнгринской ЦРБ. Далее состоялось заседание коллегии здравоохранения, в ходе которого обсуждалась нынешняя ситуация в республике. Функция Министерства здравоохранения – это качественное оказание медицинской помощи. Чтобы все-таки главные врачи сместили акценты с укрепления материально-технической базы именно на оказание, на лечение больных, о чем мы в последнее время стали забывать. Одними из наиболее интересных стали вопросы дальнейшего развития и перспектив современного здравоохранения. Поставлены первоочередные задачи на 2017 год. Первоочередные задачи – это амбулаторно-поликлиническое звено. Минздравом издан 21 приказ. 21 ровно приказ, который надо исполнить. Стандарт поликлиники, информатизация здравоохранения и так далее. Вот, и маршрутизация больных. Одновременно это все скажется на результатах работы Нерюнгринской ЦРБ и на удовлетворенности населения. Также в ходе заседания обсуждалась тема нехватки квалифицированных специалистов. Но эта проблема должна решаться комплексно. Для этого был разработан совместный проект взаимодействия Нерюнгринской районной больницы с агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Кроме того, одним из способов удержания и привлечения специалистов является жилье. Мы имеем уже квартиры в муниципальной собственности, которые переданы для проживания наших медицинских работников. Совместно с ЦРБ это 15 миллионов. Здесь количество квартир сыграет молоток. То есть сколько мы на эти деньги купим квартир, столько и будет. Данное совещание было проведено в форме селектора, в ходе которого были решены многие актуальные вопросы современного здравоохранения и вынесены решения, которые зададут новые направления развития медицины в ближайшее время. Галина Якимчак, Семен Амосов, Вадим Барашков, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгри.